Друзья, всем привет! С вами Детский Рип Иван. Привет, мои хорошие! Эх ты, друзьяки, шикардос в Одессе, как всегда, погода. Несмотря на... Что там на календаре у нас сегодня? Ой. 2 декабря. Кабрь. 3. 3 декабря. С чем я вас и поздравляю. Ты понял, какая погода. Одесса мама, та ты что, не перестает радовать. Смотри, что... Короче, друзьяки, вот с чего мы начинаем наши видосы постоянно, в основном регулярно здесь. Да чтобы вы видели картинку, что меняется сзади меня. Такий шикарный вид, уже асфальтируют асфальт, скоро здесь можно будет гонять. Ну не на мотоциклах, короче, но на трамвайчике таки на хорошей скорости, правильно? Угу. Оператор, ты что, настроение зашкаливает. Прокатишь? Катюня, за трамвай таки договоримся. Слушай, а из меня, короче, прут в такую хорошую, шикарную одесскую погоду замечательные куплеты. Хочешь, тебе исполню, а? Да, с удовольствием. Короче, и для тебя, и для всех наших любимых подписчиков и просто гостей канала, таки ловите хорошее настроение от Липована прямиком из Одессы. Я вернусь, красавица, поздно или рано, буду ожидать тебя у старого каштана. Сердце заволнуется в пламенной груди, если не разлюбишь ты каштану, приходи. Деревья нас в дорогу провожали, мальчишки нас толпою окружали. Откуда мы шли и отвечали: мы из Одессы, моряки. Да, я не служил, но я не плачу и не рыдаю, на все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь игра и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. По себе ветер жестокий, в тумане житейских морей белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Понятно? Понятно. Поехали. Эх ты, оператор, я и куплеты там, серенады исполняю, она меня все время перебивает. Эх ты, Катюня. Короче, друзьяки, с нас для вас такой шикарный вид. Тачечка, напомню, пустая. Имеет Липован с оператором ресторан, а это значит, что нам постоянно нужны свежие продукты. Погнали, короче, там по секрету скажу, хочу на днях там плов исполнить. Ага, надо хороший кусочек говядины, какой-то интересный рис, ну и много разных продуктов. Погнали с нами по Одессе, маме прогуляемся. Друзьяки, давай, оставайся на канале, подписывайся, комментируй там что-то, пиши, если тебе совсем не лень. Шо? Я просто вспомнила прошлый наш плов. А, нет, а я вспомнил прошлый наш привоз, когда мы ходили, там ребята пишут, оператор Липован, такие нормально прикоцанные, короче, дела идут в гору, как это, куртка, джанг, короче, какая-то куртка. Знаешь, сейчас в интернете, короче, модная такая ерунда. Секонд-хенд? Ходит, секонд-хенд, само собой. Ходят там, короче, там люди вылавливают кого-то на площадях, короче, и там типа прикид, расскажи за него, что почем стоит. Короче, друзьяки, Липован таки в тренде, и я для вас таки объясню. Смотри, тельняшечка на мне, а-ля барахолочка, 60 гривен. Я даже за нее не торговался, потому что таких днем с огнем не найдешь. Вот это подарил муж моей сестры. Джинсы Томми Хилфигер подарил муж моей сестры. Смотри, седой, короче. Старенькие адидасы. Сережка, так ты ободранец получается. Послушай, когда, Катюня, ёшкин ты кот, ну не перебивай, ё-моё, я уже забыл, зачем мы сюда приехали. Короче, старые адидасы тоже подарил муж моей сестры. Так что, друзьяки. Фамилия твоя говорит о тебе. Да не, я хотел сказать, что и кепка. Подарила Алина Маршал. От Алины Маршал. Ты понимаешь, Липованочка. Ну все, как это, Липован модный, в тренде. За одежку рассказал, ну теперь погнали, посмотрим, почем в Одессе помидоры, правильно? Поехали. Поехали. А фамилия моя интересная, да, друзьяки? Эх ты, многие догадываются, а многие даже и в голову не приходят. Ладно, не об том, погнали. Йо-хо-хо! Катюня, ты меня, короче, заговорила, что я забыл даже куплеты своей песни. Я ж там, в перерыве между песней сказал, что да, я не служил. Не служил, друзьяки, но в душе моей таки летают черноморские чайки, вы понимаете? Не служил по семейному положению, ну, не случилось, короче. Но в душе я себя чувствую моряком. И только так. Чего я вам желаю? Хорошего, черноморского, Вася. Шикарного, одесского настроения, правильно? Эх ты! Одесситы всего мира, объединяйтесь и пишите комментарии. Она красавица.
Погнали. О, самое вкусное. Здрасте, а нам надо курицу, идем. Какая? А зачем? Здравствуйте, доброе утро. А почему сегодня куриная? 113,50. Как везде, даже чуть дешевле. А дайте нам килограмма, наверное, 3. Да? Пошло-поехало. Мы будем с ценными клиентами. Ну а что нет? Ну все. А, слушай, а печеночку Толик заказывал, мы ее покупали? Нет. Сколько надо? Катюня, давай список, и все будет нормально. 2 килограмма. Договорились. И кидайте на номера килограммчика, так полтора куриной печеночки красивой. Хорошо. Ты шо, Катюша, посмотри на эту фуагру. А почем печенка? Печеночка 73,50. 73,50. Шикардос. Согласен. Прям с языка и сняли. Желательно все это записать. А есть ручка? Девочку попросим. У нас целое видео останется. Здравствуйте, здрасте, здрасте. Не, потом я на твоем видео выведу. О, ты понял, признали уже. Я вам красивее здесь дам. Ой-ой-ой-ой-ой. Так и шо, как для себя. Спасибо огромное. 420 подойдет? Или это много? Оставляйте. Да? Да, у нас есть такой салат вкусный, теплый, с куриной печенью, да? И карамелизированными яблоками. Да я вас позову, и знаете куда? Королева 88/1, ресторан Архим. Забегайте, да. С вашей печеночкой будет такой шикарный, шикарный вид, да. Яблоки наши, печенка ваша. Хорошо. И рецепт липованский. Все? Все. 550. Еще не началось, а уже нагуляли. Все, сворачиваемся, короче. Все? Свежие куриные продукты уже в ловушке. Катюня, вижу проход. Ух ты, рассада розы продаются, смотри. Деревья. Президент слева по 40. Новогодние скидки. Класс. Слышь, а мы не сюда попали или сюда? Да, нет, сюда, Сережка, сюда. Ты что, заблудился? На привозе заблудился. Ох ты, окорочочек, елки-палки, да? Угу. Красота. Что там, холодцом попахивает? Скоро так Новый год, уже люди потихонечку готовятся, да видишь? Ой, я хочу холодца. Холодчика? Очень сильно хочу. Ну свари, поедим. А я варила, кстати, раньше. Вот и замечательно. Вот и сварю. Там все просто просят, умоляют, чтобы оператор что-то исполнил, а? На видео? А я буду оператором? Да, сравним наши профессиональные качества, Сереж. Кто лучше готовит или кто лучше снимает? Да. Пусть все остается как на местах своих, правильно? Угу. Как и было. А холодец я тоже умею, так что не переживай. О, сваришь мне? Да. А уже тогда бери продукты там все. Да не сегодня, у меня тачка треснет, у меня список, еще и я плов хочу сделать. Ну, подорожает все. Какую цену? Что, Катюня, захотелось? 190, красиво так режут, прям захотелось. Давай еще. На этом уже вечно любоваться. Аж пахнет. Ты что, такое мясо? Обрезки 130. А мы Хане уже не покупаем мясо? Давай возьмем. У нас еще есть. А ты не кормишь? Для Ханы. Ну, надо кормить. Здравствуйте. Смотрите, мне хочу плов сварить вот с шеей говяжьей. Мне надо, чтобы я, когда после того, как зачищу, чтобы у меня было в чистом виде 2 килограмма осталось. Поэтому сколько там с походиком, врежьте нам красиво. Маратик, смотри, я правильное мясо беру, как ты говорил, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А какая она вкусная. И без плова. Кстати, а почем шея? Чтобы люди не... 145 гривен. 145, чтобы даже в Америке знали, почем в Одессе мясо. А вот то мягкое, то, которое резали, почем было? Сек 190. А, то подороже все-таки. Сек 190, все. Видите, у вас как в аптеке. Так, пишу 340 здесь. А что, расскажи сразу по ценам, что у нас тут есть. Чилогач, почем сегодня? Чилогачик 150 гривен. 150, хвосты? 80. 80. Грудиночка 120. Ребрышки 110. 110, да? Качалочки 200-220. Биточек 200-220. 200-220. 400.
Филеечка 400. Задняя часть 190, лопаточка 183. Это хорошая. Короче, как в аптеке. Цена. Катюня, это не хорошее, это самое лучшее, что может быть в корове, понимаешь? Хотя нет, там есть много моментов, которые очень хорошие. Так, огромное спасибо. Сколько? 340. Договорились. Эх ты, плов намечается. Оператор. О, ребята, ну давайте все хором, короче. Раз, два, три. Оператор, бабки гони, а? Ты что сейчас загудели там все телевизоры? Эх ты, телефоны, фильмоскопы. Ребята, давайте от души. Возьму маме кусочек, пусть сварят себе. Сердечко? Да. Они делают там с огурчиком как-то соленым, знаешь, с лучком. У мамы свой рецепт. А сердце почем? 100 гривен. 100 гривен, а печеночка рядом лежащая. 120. Да ты что? Ну давайте нам красивое какое-то. Да, не очень большое. Да они все здесь интересные. Куда-то пошли там искать там сердечко. О, шикардос. Татьяна Михайловна? Свежий. Ух ты. Готовьте рецепт. Или что там, огурчики? Угу. Едет таки полезное сердечко. Так. 50 гривен. Спасибо. Так. Огромное спасибо. Хороших продаж и всегда замечательного настроения. Погнали. А что это? Это кишки на колбасу домашнюю. Ох, ничего себе. Поняла? Домашние кишки. Ничего себе. Это тебе паутина, да, бери распутай, короче, и выиграешь приз. Спасибо. Спасибо. А, вот еще. Ничего Катюня, себе. Катюня, да тут мотать можно и мотать, елки-палки. Так я ж такого никогда не видела, Сережка. Колбасы домашние. Ты что, думала, что она уже готовая продается? Ее же надо натрамбовать аккуратненько. Я не думала вообще об этом. Так и будет повод призадуматься. О, пришел упитанный. И, по-моему, знает, куда идти. И, по-моему, знает, куда ему идти. Катюня, тут все знают, куда им идти. Полезности всякие. Да. Облепиха красивая, клюква. Плющенка. Хорошая. А риса тут нету, который тебе нужен? Лазер? Нет рис лазер такой? Нет. Нет такого? Пойдем дальше шукать. Басмати есть для плова? Ага. Все, запомнил. Идем к пацанам ножевникам поздороваемся. Вообще-то я шла за творогом. Не дошли, так да? Так это здесь. А, пахнет мандаринами. Ребята, здрасте. А что так тихо у вас сегодня, не пилите? Все уже переточили? Да, ну, сегодня пауза небольшая. Тоже надо отдыхать. Все продали терки. Да, здравствуйте. Что, терочки нормально? Да. Работают? Да, Серега говорил, звонят. Хотя, да? А что, слушай, самый хороший подарок на Новый год, я тебе подскажу. Вот такое подарил, и не паришься, и забыл, понимаешь? Заходит всем. Дети, взрослые, бабушки, мамушки, любишь готовить, не любишь готовить, а когда она вот это вот сама с собой морковку рубит, ну просто аж, ну даже если поиграться с морковкой, а? Угу. Даже если не солить. Катюня, короче, на Новый год я уже придумал тебе подарок. Спасибо. Вот эту штуку и морковку. Ох, будешь играться. Что, Катюня, 150, да? Да, мне по килограмму в разные кулечки два кулечка. Давайте нам и маме по-братски. 2400. 2400. Сейчас я цей кусочек нашла пополам. Уже все. Нема. Та такой хороший не задерживается, да? Не, вид печной, зараз покажу в разрезе. А я вижу, что вкусный. У меня у Катюни глаз алмаз, да, она на эти это печки яме, стреляет сразу. Я могу только один попробовать и желательно угадать сразу же. Сегодня угадала? Ну я всегда угадываю. Ну. Да давайте, наверное. 124, если ты богато там. Да, ну хорошо, да, согласна. Угу, хорошо. А сливочки в какую цену, чтобы сразу поинтересоваться? 160 гривен. 160, а так. Это что, сметанка? Сметанка. А сметанка почем? 80. 80 или 160? Сметанки? С творожочком? Да. Чуть-чуть хочу. Да? Пол-литра возьмем, да? Договорились. Эх ты, витамины. После Турции надо заряжаться, да? Ничего себе. Гуляете по Турции? Ну, гуляли. Так, берите, сразу вам показываю. По нулям. По нулям?
Все как в аптеке. Вот это да. Красота. И пол-литра сметаночки. Пол-литра сметаны и пол-литра сливки, да. Для мамы сливки. Для мамы Татьяны Михайловны. Что там говорят? Ох и... Повезло же. Повезло нам с мамой. Вот чтобы всем мамам вот так вот везло. Что... Ну не забывайте, нет-нет, да, творожочка. Нет-нет, да, огурчик. Или хотя бы просто позвони и скажи. Мама, открывай дверь, я, короче, еду с привоза для тебя, везу всякие вкусняшки. Она вечерняя. А ты что, вечерняя настоялась? А вона ще вам добре загусне. Ага. А мне такое нужно. Сливка, ж вона сметана, то вона зібрана йде, а сливочка, вона ж перепускається рідко, а потім загустає. Ну, во, как раз домой довезем и нарежем по кусочку. Мама просто любит хлебушек. Она загустела, и она как масло мажет и пьет с чаем. Алис кофе, как Елисей говорит. Алис кофе. Так, а хлеба мама есть или тоже надо будет покупать? Вот с хлебом проблема. Что? Ну надо же пойти за ним сходить. Ну, Стас, организуй, я тебя умоляю, организуй. Хлеба так и у самих дома нету. Так, мы для мамы пишем или запоминаем? Запоминаем. Для мамы запоминаем. Ну вот этот я потрогала, хороший, свежий. Да вот тоже обалденный, упругий. Ну, хорошо, как... бери сефир. Сразу. А, не, мы что-то еще возьмем сейчас, кулечек нам сразу. Что-то вкусное. Может, печенье какое-то вкусное. Чаю? Какое? Вот такое? Ну нет, нет, такое я не знаю. А вот это не вкусное? Тоже вкусненькое, очень песочное. Красивенько? Давайте его. Что еще? А конфеты есть какие-то? Вот прям вкусные-вкусные. А ну. Смотрите, птичье молоко, гулливерчик. Гулливерчик, птичье молоко. А где птичье молоко? У меня яйца. Птичье молоко, вот сиреневая упаковка. Ага. Ага. Белоруссия 190. Это шоколадное? Да, это именно шоколадное. А с чем? Кокос, орех, фруктовое. А здесь? А здесь кокосик, синяя кокос. А здесь? А здесь фруктовые, в черном шоколаде. А какая самая вкусная? Ой, дай бог здоровья вашей памяти. Катюшка, что ты устроила экзамен? Ну, давай берем вкусные. Просто конфеты. Дайте нам по чуть-чуть каждых разных. Возьмите по чуть-чуть. Вот, вот так вот пожменьки кидайте, да. А то мы сейчас тут с тобой до вечера будем на конфеты любоваться. Сейчас такие цены, что будут приходить скоро любоваться, а не покупать. Точно, елки-палки. Поэтому мы берем по чуть-чуть. Ну да. Хорошо. Может, там возьмем там еще мандаринок, килограммчик, хорошо. И нормально. Давай. Такие идем в гости к интересной мадам, не с пустыми руками, с вкусняшками и витаминами. Правильно? Привет передай. Евгения Михайловна, таки встречайте, идем к вам в гости. Привет вам, да, из Одессы. Вот, да нет. Катюня, ты говорила, зачем кишки, так я тебе покажу. Вот такую колбасу домашнюю из них делать. Мы проходим, она говорит, что это за человек-паук там, а ну-ка дайте потрогать. Ёшкин кот, пахнет печкой и костром, ты понимаешь? Аля. Да. Здрасте. Какая? Для костей или без костей? Без костей. А почем колбаска домашняя? 220. Посмотреть можно? 220. А это что? А это посмотреть. Это что? Халяшка? Да. О чем вы сказали? 120, я же вам сказала. Ну давайте я попробую. Халяшка так халяшка. Да. Скажи мне, что ты... Что-то возьмем? Кусочек маме, а? Да маме и не надо, мы взяли надо? Сердце, зачем ее уже сейчас? Сало копченое, смотри, ребра, мне вот да, это, колбаса. Конечно, сало. Вот это? Просто. Да, мы в тот раз здесь прошлись, короче, оно мне еще долго снилось. Ну тут библиотека сала. Я вот сала. На нее смотрю, у меня прямо ну слюни текут. Вот, на прямо, это? Это же очень вкусно. Сейчас узнаем. Вот купи мне кусочек. А мне нельзя. Договорились. А обрезки тебе можно свои? Катюня, слышишь? Дегустационный пакет. Это друзьям нашим меньше. Тут всем друзьям сойдет, очень вкусно. 200. Подешевело. Надо лечить. Да уже поздно лечить. Ничего не поздно. Ну хорошо. Я имею газету. А ну правильно. А вы что, в газете все пишут? Да, да, да. Имею газету и все знаю, да. Так что сейчас по рецептам. Что, 10 так хотите найти? Металлический? Да,
целенькую. О. Смотрите, это уже порванная цена, это сейчас. Популярная. Гоняет, наверное, по всему привозу. Десятка. Ну давайте еще не так. О. А скажите, пожалуйста, почем вот это вот натертое сало? 240. Что, ты половиночку осилишь? Я не хочу вот такое, я вот посерединке. О. Посерединке? Тебя такое устраивает? Да, вообще. Вот именно кусочек, как для Катюни. Ты будешь пробовать? Да. Все, оно хватает. Это даже не пиратом. Сало, это, по-моему. Это, подожди. Мясо мало, меньше сала. Это прошутто с привоза, ты понимаешь? Ну, у меня такой. Италия сейчас плачет, когда видит, что у меня в руках. Америка. За Америку вообще извиняюсь. Мне ребята. Почему-то кажется, что именно у них нету сала. Я не знаю, почему. Откуда? Привоз один в Одессе, понимаешь? Одесса. Мне кажется, что им сложнее всего. Не одна, но вот такая только у нас. Только в Одессе. Ну, возьми. Давайте кусочек. Так ты что, песня? Ёлки-палки. Ты прям вот весь берешь? 150 гривен. Да, чего нет? А отрежьте мне еще один, пожалуйста, скушать. Для мамы? Нет, я прям сейчас... Уже, да, уже от нашего рубите, короче, можно и потолще. Да, Катюшка. Потолще будет невкусно. Это же не значит, что это хорошо. Ага. Я не планировал, но спасибо. Еще кусочек. Спасибо. Скажу, что я голодная. А мы 150 должны. 150 и 160. Вроде 150. А ну, хотя там сейчас уже не узнаешь, мы уже наели там на 10 рублей. Что, порядок, не? Все, огромное спасибо. Я ничего не понял, короче, но сало на базе. Спасибо большое. Спасибо огромное. Так, а что, дай мы хоть узнаем, почем кровяночка вот такая? Узнаем? Не, не, пробовать не будем, мы просто хотим для людей за весь мир. У нас смотрят люди и плачут, короче. Не, что я такого не ассортимента не имеют. Большое. Сколько стоит? 100 гривен. 100 гривен. А это? Язык. Это язык, да? Язык, язык почем? 220. Да не режьте ему. Не надо. Так у нас же есть дегустатор. Пипец, а я уже сейчас после вашего... Поляны и не захочу плов готовить. Ну, будет уже лишним. А сардельки вот эти? 200 гривен. 200 гривен. А мяско печеное? 240. 240. Вот это вкусное вещи, вечеревочек. Вот это домашнее, натуральное домашнее. Да знал бы, я взял бы хлеба кусочек и огурчик. Дай мне. Как попаду сюда. Я ей верю, не надо. Ох, вам не откажешь. Серьезно, а ну-ка, что-то мы когда вкусно? Прошли... Это чеснок и перец, бочковая солянина. Ой-ой-ой-ой-ой, так мы не пахнет. То взяли, да? Да мы взяли то и это, короче, я даже не знаю сейчас. Ты там гению мне береги, чтобы на рис осталось. Сережа, возвращай то. Ну, тот раз, когда прошли мимо вас, люди оборвали нас комментариями. Липован говорит, что это за библиотека сала? Ну, тут просто картина маслом, Катюша. Блин, это такое вкусное, возьми, может, завтра на стол. Это очень вкусно. Давайте нам кусочек. Вот это кусочек? Да нет, не, сильно большой. Сильно, сильно богато. А дайте мне еще, что вы там сказали, это солонина какая? Бочковая солонина. Кусочек можно мне, прям вот я буду сейчас есть? Кусочек я уже отпилить, да. Катюня, ну да, этот кадр, но это не а только мы дала. Должны видеть, но пусть люди посмотрят, ты посмотри. Это бочковая, это какая? Такая же, только это уже без мяса, да, получается? Это сало. Вот это что? Не надо, я просто хочу поинтересоваться. А теперь ешь уже. Вот я сейчас буду интересоваться, а вы мне не отрезайте, хорошо? Ну давайте уже. Почем? Ой, блин. Это называется бомба. По-другому не скажу. Оно растаяло во рту и нежно жжет именно язык, понимаешь? Извини, я тебя снимать не хочу. Это очень супер. Бомба очень супер. Это что? Не надо пробовать, я просто... Это соленый почеревок. Соленый почеревок. Дальше что? А я буду пробовать, не пробуйте. Да ты шо, меня что на сало повернуло. А потому что здесь удержаться не надо. Я в другой раз к вам со своим зайду хлебом, возьму огурчик, короче, капусточки, и такие нормальные мы гульнем тут. Песня, мама дорогая. Что по ценам вы сразу говорите? Это по 200 гривен. Это 200, это? 200. Это? 200, это? 230. А мы почем взяли? Тоже 230. А это? Это по 200, я уже тебе потом расскажу. Мы уже. Самое вкусное мы взяли, да? Мы взяли самое вкусное, да. Бомбезные. Просто. Бомбезное? Спасибо. Уши почем сегодня? Ушки 50 гривен. А ну представь, подойдут так, тебе? Не-не-не, я как это? Я в таком фурике от Алины Маршал, что просто красота, да? Идет? Ушастый. Алиночка, ты, да? Смотрите, новая модель созрела, короче, да.
Спасибо. Огромное. Ты деньги не забудь дать. Да даю, я даю. Все. Что тут еще интересное? И сардельки, и копченая колбасочка. Так, бастурма, я помню, в тот раз была и конина, и другая по 500, да? Да. Цены не изменились? Нет. Колбаска такая же, а вот это вот прелесть, почем? Это конина. Да ты что, я вижу, что скакала недавно. Позавчера. Позавчера скакала, а сегодня будет у меня сейчас. Не-не, я не буду, спасибо. Не-не, не хочу. Самое чистое мясо. Я за нее. Ох. Вкусное. Джерки, как ты любишь. Очень вкусное. У меня и деньги, короче, уже... Все, хорош, снимай, забери у меня деньги, я хочу пробовать. Ох, и вкус у меня во рту. Ребят, короче, огромное вам спасибо. Было очень вкусно. Зайдем обязательно. Короче, и все, наелся? Ребята, заходите. Ну, наелся. Я вас жду. Обязательно. Спасибо. Мы уже теперь только через вас. Будьте здоровы. Погнали, траля-ля. Сало наелся. Накупили сало. Невозможно. Слушай, мимо пройти. Слушай, смотри, у меня уже тачка не поднять, а там одно мясо. Давно мы так не заезжали на привоз, да? Все овощи да овощи. Вообще-то пост уже начинается, Сережка. Надо переходить на... Ну надо, сейчас по списку пробежимся, короче, и начнем. Пошли. А вот тебе библиотека специй. Здравствуйте. Скажите, а рис Лазер, это не у вас продается? Лазер. У меня басмати пакистанский. Басмати пакистанский, да, ищем Лазер. Сказали, где-то здесь есть, ну, короче, найдем. Да ты что, как красиво. Ой, пахнет уже пловом. Сердце волнуется. Ламина. Здрасте. О, ты шо, каротина маслом. Катюня, смотри, как тут раздвинули красиво, а? Ё-моё. Здравствуйте. Вот что? Это прелесть. Я не хотел, но уже планирую. Качки, качки. Не, это курочка. Фу, прелесть. Да ты шо? 121. Ну я тебе знаю, с чего мы начнем следующий наш обзор, да. Короче, именно с курей. Да, девочки, пусть одна оставит, чтобы вы до обеда все продали, как я говорю, а одну оставите, да. Так что зайдем, мы не планировали уже, тачка немножко заканчивается. 120, это что, килограммовая? 30 гривен. Чуть-чуть больше? Чуть-чуть, 110 килограмм, здесь получается 110. Тут кило, кило 100. Все, кило 100, да, и крылышко на поход. Спасибо. Спасибо огромное, спасибочки. Ты все, красота. Это ж твоя страсть, да, Сережка? Куры копченые? Да. Да, есть такая. Страсть, надо добиваться этой страсти, короче. Серьезно? Да. Идея была? А, правильно. Не, я же там могу быть где угодно. Я могу там готовить у себя в ресторане, могу бегать по барахолке, ну и лазить по привозу. Стараюсь, а что? Ну, люди должны знать, почему в Одессе и помидоры, и куры. А ваши почему вот такие интересные? Короче, туда-сюда, везде. Только выбирай. Да. А запах стоит. А запах стоит. Катюня сейчас промаринуется, фильмоскоп, ты обалдеешь. Давайте кусочек. Уже наешься, Сережка. А я, в принципе, пришел не голодный, но разве вам откажешь, как она пахнет? Ребята, извиняюсь за весь мир, но это такие стоит попробовать. Есть еще вот такая вот запеченная тоже. Ох, а сочная. Какую цену? 145 гривен за килограмм. Вы так режете, что у меня может рот треснуть. А почем? 140. Хочешь? Нет. Чистое филе. Я по салу. А мы уже там салом затарились, короче. Ну, теперь зайдем с другого раза отсюда. Спасибо огромное. Поел и пошел. Спасибо, до свидания. Где там? Курдюком пахнет. Да. Привет. Салют. Здравствуйте, приятного аппетита. Здравствуйте. А сегодня нема. Нема, да? А курдюка нема кусочек у вас? Мне надо небольшой для плова такой, грамм так чуть-чуть. Сегодня нема, это Виктория. В отпуске. А может тоже в Турцию уехала? А где? Да, по нашим следам погнала в Турцию? Да. Тоже правильно. Привет и передавайте. Пусть отдыхает, загорает. Хватит, конечно. Так. Самый-самый именно курдючок. Свеженький, блестящий. Катюня, он выжарится и придаст нотку нашему плову, ты понимаешь? Мне, пожалуйста. Все, есть такое дело. Без курдюка, хорошо? Договоримся. Он очень сладкий. Она у меня, как это, немножко интересная. А запах? А вы понюхайте. Это не... С собой нос. Это аромат. Катюша, там нет ничего.
Он отличный. Она все время думает, что там пахнет немного как под яйцами, постарше, да. А это тут нормально, Катюша. Постарше, да, молоденький. Хорошо, а почем баранина сегодня? Смотрите, это взрослая, этот стоит 200 гривен. Молоденький стоит 320. 320, хорошо. Вот молоденький. О, так ты что? Конечно ж, блин. Мягкий, розовый, прелесть. Ну, я люблю баранину в любом исполнении. И постарше, и помягче. Во-во-во-во-во, совершенно верно. А, это получается, что я не умею готовить, да? Раз я ее не ем. Ну так, так не я один об этом знаю, елки-палки. Ну, а почем задняя часть? Задняя сегодня 190, но вам по 180. По 180. Пошлепать бесплатно, да? Естественно. Что, Катюшка? Шурпу будем варить, к вам придем. Ну все, вы нам это вот дали, цены мы узнали. Огромное спасибо. Сколько? 100 гривен. 100 гривен. Катюня? А где коронная фраза? Оператор, бабки гони. О, будьте так любезны, мадам, рассчитайтесь. Привет. Что там у тебя? Бойцовский кот. Что там, бывалый? Зъерошенная, да? А с кем ты договаривался, наверное, там за карася? Здрасте. Ну, одной хватит. А почем карасик такой маленький? 50. А вы нам можете сважить два карасика? Вот так, один мне, один ей. Просто диета у нас такая интересная сейчас. Самых любых таких. И не завязывайте. Да-да-да, все как есть. Свеженький, замечательно. Оп. Спасибо. Катюня? Даю. Дай денежек. Что? А? Давай, пошли. Не бабокатиновая, но тоже очень вкусная. Бойцов. Ну, бабокатиновая, я не знаю, съел бы он или нет. Да, на бабокатиновую бы, наверное, не оделся. Подожди, сюда. Ты карасика будешь? Что, не хочешь? На, не, хочет, надо положить ему. Кушай, 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 он свежий. Он говорит, почисти мне. А что ты так ему положил неудобно? А что мне надо было, переживать? Ну перед ним положи. Да. Куда ты положил? Ты будешь его есть? Может, его уже до нас кормили? О, да, как в Одессе, да, не сегодня вот это. Ты посмотри. Ну, давай, мы тебя, короче, на газету оставим, да? Захочешь, кушай. Да нет, сейчас пооблизывается и начнет. А, нормально, лапкой трогает. Ну, такие рыбы, елки-палки. Он только с боя вышел, по-моему, передыхает. Потому что вот такие коты в Одессе, они не голодные, просто не сейчас. Приятного аппетита. Давай, охраняй рыбу, а мы еще там найдем какого-то кота. И раз я маме буду завозить сердце, да, я возьму его такой, этот самый, дарницкий. Дарницкий, темненький? Да. Да. Тебе нужно домой другой хлебушек? Здрасте, да, а дайте нам, пожалуйста, дарницкого буханочку. Одна? Да, 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 одну. Тебе домой не нужен хлеб? Хлебушек? Да я у мамы кусочек попрошу. И два таких бублика. И пару бубликов? Ну да. Все, договорились. Так, это есть? Сколько мы ему должны? 37. 37 за все. А сколько? Хорошо. Дарницкий? Дарницкий почем? 15. 15. Яблоки хотите для мамы? Хотим, о, уже я вся Одесса знает, что все для мамы. Вот лучше возьмете, молодой. Бери, 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 бери. Красавец, красавец голос. 2 килограмма болгар. Давайте я сейчас наберу вам прямо зятька, девушка. Все, кидайте нам парочку таких зелененьких. Хорошо. Ну, 1,5 килограммчика зеленых. Хорошо, жду, да. Опача, давай, давай, помести. Я люблю просто потверже и позеленее. Ага. Да. Спасибо. Конечно, в короке уже фильмы не будут стоять, только возьмем с удовольствием. Да, правильно. Конечно. Потому что у нас всегда хорошее настроение. Ну, конечно. Канальчик. Катюшка. Спасибо, спасибо, будьте на здоровье. Держите вот это. 15, дай, дай. У тебя есть 20 гривен? Ня. Так, зефир, яблоки, витрина. Спасибо. Все, подгоняю я свой тепловоз этот. Таримся, да.
Опа-на. Там проходим, проходим, все нормально. Сегодня у вас, завтра там, короче, все будет в порядочек. Катюня, давай деньги. Хватит яблок, да? Да. Шикардос. Молдавский, да? Порядочек. Приходите, заходите к нам. Спасибо, зайдем. Катя? Катюня? А? Оператор, идем. Вон, смотри, братик мажет. От души, спасибо. Приходите на привод, все будете довольны. Где мой список? Здрасте. Сейчас я гляну, что почем. Ой, что почем. Бери сразу же, пиши. Пишу. Черри полкило. Давайте я сейчас кину, только знать, это сколько полкило. Так. Выбирай. А что они все упругие? Нет, вот тут. Да чуть-чуть. Упругие, говорю. Смотри. Ковки. А вот кулечек, давай, сейчас возьму морковочку. А в какую цену свекла? А почем бурячок? Буряк 20 гривен. Так, 20 гривен. Я продолжаю делать базар, да. Спасибо вам и вашим ценам. Вон, дай, чтобы люди все видели, почем в Одессе шо. А я пока тут накидаю. Так. Это вот есть. Самый сладенький выбрал. Есть? Вот перчики, ничего можно взять. Перчики? Да. Перчики тебе всегда ничего. Ну, напечем еще? Давай. Катюша, для тебя готовы и днем, и ночью с перцами играться, так что ты там только заказывай. Так, помидорки повыбирал и сразу вам пирамиду собрал. 102 помидора, больше 2 килограмм. Ничего. Оставляйте. Сейчас выходные грядут хорошие, так что продастся. Так, почем? По 35 на 102. Есть. 100 со скидочкой. Округлили. Подписан? Красава, дай пятерочку. Ты что, шикардос. Если хочешь, то, конечно, с удовольствием. Сколько денег, Сереж? 190, ребята. Итого на 190. Ох ты что, затарились. Так, черри не подавить. Катюня, давай деньги, а я буду тут аккуратненько упаковываться. Деревья нас в дорогу провожали. Мальчишки нас толпою окружали. А, обязательно мы для вас сделаем красиво. Отвечали, мы из Одессы моряки. Пошли, моряк. Черри также 25. Ты хотела хурму? Да уже не хочу. Вот ты, блин, балованная. То хочу, то не хочу. Так, остался карась. Там Катюня. Тюлька всплывает, да? Так. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, не отвлекай, тут работа кипит, бурлит. Дунаечка, тюлька сухого заводского посола. 60 гривен, ты понимаешь? Здравствуйте. О, здрасте, здрасте. А где такие ведра запечатанные продаются? На базе. На базе? Да. Хочешь, я тебе подарю? Когда это освободится? Не, а, не-не-не, мне с надо хочет. С содержимым. Есть уже в рассоле такие ведерки? Полных нет. Полных нет, да? Хочешь, завтра тебе могу сделать. Да ехать опять. Так, что надо кумекать. Это Васильевич говорил, там есть. Смотри, там по 70, хамса по 90. Ёлки-палки, Катюша, вот отсюда просто. Смотри. Сразу, тут же и соль, а тут же и свежую продают. Вот девочки молодцы. Прелесть. Там мы по-разному бегаем, он. Не знаешь. Хотя все дороги ведут через вас, что в начале, что в конце, в любом случае. Все, раз-раз, и так пальчиками поигралась, и ужин готов. Катюня, тут ты посмотри, караси рассыпаются просто. Сегодня привоз кишит, ты понимаешь? Рыба через прилавки. Вот поэтому коты и не едят. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Что там, как жизнь молодая? Нормально? Сом не закончился? Нет. Я же имею на вашего сома планы, вы понимаете? Ну, хочу сделать его, блин, вкусно. Пора уже, он так сам по себе. А что, почем он? 100 рублей живой.
Да ты что? По секрету только вам, баба Катя, хочу сказать, что хочу запечь в горшочке со сметаной. Да ты что? Да ты что, это наш липованский это рецепт? Ну, да. Ну это секрет, но это же между нами. Какой же секрет, если ты уже телефон сказал? Чего ты, елки-палки? Ну я же не рассказал про порции, так что не за горами будет, короче, и это блюдо. Что, дайте вот этого красивого. А такой только у вас, походу, есть, да? Как он называется? Липованско-вьетнамский или как? 7,5, молодой человек. 7,5. Канадский. Ого, 7,5. Что? Что с ним делать? Толстолобик? Да. Катюша, на одну хорошую уху или за... За малосолить? Не, я один. Один, да. А потом пойду за вторым для мамы. Сом канадский. Да ты что? Черта турецкого готовили, а сома канадского еще не готовили. Так и запишем. Сом... Из Канады. О, вчера, кстати, был у меня подписчик с Канады. Александр, вот ты красава, короче, да, такой именно. Гай-гуй, блин, карася поели. Канада, всем привет, там, кто меня смотрит. Как у вас витрине идет, такое желтое с беленьким. Все, договорились. Мраморный сыр, вот это полосками, вот у него мяско идет. Та ты что? Короче, родомер, дурблю и все это в одном сомике. Спасибо. Сколько денег? 100 рублей. 100 рублей, договорились. Обычно. Вот, ну, на филе разгоняла, на филе ага. кусочками. И запекали. Запеченный вайрагрель мне больше понравился. Жир уходит, и он не это вот. Иван, короче, и им там пропитывается. Да. Все. Ну, обалденно. Ну, говорит Липоман, возьми меня тоже. Сделаем красиво. Да после жира, может, кому пригодится, елки-палки. Утром извивается. Да. Вокруг своей оси сделал разворот, представляешь? Так ты что, ну агрегат, елки-палки, свежак. Серёжа, ну так и просится, ну честно. Что ты говоришь? Маме? Да нет, что вы объявите? Все, в другой раз зайдем, потому что... Хорошо, ты давай попробуешь, а вдруг тебе не понравится. Понравится по-любому, но в другой раз по-любому зайдем за собом. Понравится. Спасибо огромное. Ох, извините, что перебил. А какой же его вес, Аленочка? Пятнашка. Пятнашка. Представляешь, шашлык. Вот это да. Смотри, какой. Ух. Вот это да. Такой, навертили его, слышишь? Такой только у вас. Серёжка. Ну а что мы? Мы в соли запекали, толстолобы еще в соли не запекали. На балык. На балык. Ох, все плещется. Здрасте. А почем карась сегодня? 45. Один прилавок. Что, есть крупные? Есть. Да? Чтоб... У меня есть. Тебе да, сейчас нам, ну, я зайду на поздороваться, короче, а потом, если что... Такие лошади. О, смотри, полетел. Серьезно, кони прямо? Ну, вытащи один пацан, что, может, ему не понравится. Там мне все нравится, главное, чтобы размер был интересный. А где тот маленький карась, мы коту обещали? О! Обалдеть. Мурки принесешь? Мурки, а? Точно. С гостинцем приеду. Я его, видишь, не вытаскиваю. А, специально да меня ждала, елки-палки. Да нет, ты что? Все, договорились. Натягивай больших вот таких штук 10, а то 15. Делай. Оператор, есть деньги? Не знаю. Все, давай. Только вот таких вот именно огурцов здоровых. Может, мне на карандаш дать? Давай. Договоримся сейчас, если не хватит, на карандаш дадут, понимаешь? Дай мне большой кулек. Кулек хороший такой, безразмерный. Я тебе сейчас дам сам. Главное, чтобы не текло, потому что у него всегда течет. Смотри. Сережка, у тебя всегда течет, слышишь? Катюня, да потому что слюни. Я потому что я сочный, елки-палки. Слюни у тебя раз. Всегда текут, Сережка. Два. А ну-ка, шукай там наших. Высыпай, Андрей, пускай он. А вот я он. Три. Да ты шо? Обача. Давай. Четыре. Обача. Иди сюда. Со своими рыбинами. Катюня, обнимемся, да и повытираемся, все будет нормально. Давай еще где-то, может, тут прикопало. О, хорошая партия. Смотри, вот он сразу, агрегат. Сколько, там уже сбился, да, чуть-чуть? Пять. Вот, вижу, иди сюда. Тебе бы на рыбалочку. Ой, извини, промазал. Шесть. Вот это хороший, кидай его, давай, семь. Опля. Вот этот хороший. 8. Так, что, штучек 15, да, и на сегодня хватит свеженьких. Ох ты шо, какой пузатый.
Вот этот длинненький. Там брызгается сюда. Просто у тебя все. Так, сейчас пацаки сварим. Давай вот этого. И вот этого. Хватит. Спасибо. Здрасте. О, спасибо, благодарочка. Слышишь? Мы вас приветствуем. Огромное, огромное спасибо, и нам очень приятно. Счастья, здоровья вам. Все, и вы не болеете, все будет хорошо. Спасибочки. Так, братка, держи. Человек шел здороваться, а ты ему рыбную руку свою суешь. Не, я повытирал и аккуратно поздоровался. Сколько? 10600. Карась. 10600. На 470, да? Нет. Салют, приветульки. Салют, когда я уже домой собираюсь, ты пришел. Коля. И ничего у меня не купишь теперь. Чего ты? Это я к тебе на поцеловаться забегаю, ты понимаешь? Да, я так... Это больше, чем купишь. А это больше, чем купишь. Да ты что, Катюня, это уже щука свежая, да? Это уже свежая. А ну, да ты что, малосольная? На, я не буду, потому что пусть Катюшка. Не-не-не, соси сама свою руку, давай кушай. Давай, давай. А ну быстренько. Не-не-не. Не, надо свою пососить. Ребята, была бы карасевая, я бы ел, елки-палки. А щучу сами кушайте. Ну поцелуй, щучка? Пожалуйста. Почем щучка? Килограмм 2000 килограмм. 2000. Да? Ну, да ты что? Катюня? Что они там все кричат? Хлеба, говорят, дай, короче, дай хлеба. Ну бери, попробуй. Ну, попробуй. Расскажи это людям. Это чистое здоровье. Ешь на шарика, пока дают. Баба Катя же оттуда прибежала. Нет, чуть-чуть дороже, елки-палки. Давай, да я хотел, чтобы ей больше досталось. Ай, вкусная. Обалденно. Да? Именно аромат щуки такой настоящий, нашей липованской. Да, вилковской. Вилковская и только. Так что, мои дорогие, подняли попочки и на привоз, и за икорочкой. Здоровья. Супер. Самое главное. Самое главное. Витамины от любых болезней. От любых. Шикардос. Едят, а это у меня есть карасик, но тут для мурки, да, остался? Ну ты его засунул далеко. Они наелись моим кормом. Да тут я представляю, что тут у них, они голодные не бывают никогда. Там и макароны с рыбой носят. Чего, елки-палки? Ну а что ты? Есть по-флотски, а есть макароны по привозу. Сидят красавцы. Банда. Все, погнали. Эй, котята. Короче, друзья, я вот так вот от всей души сегодня гулял по привозу, смотрел там, что почем, разговаривал с интересными людьми. Людьми. Искал и покупал продукты. А что, людьми? Ну, людьми. Как ты там еще? С хорошими. Одесситами. Короче, искал продукты на плов, который буду готовить вот-вот не за горами. Рис я не нашел. Называется он Лазер. Да. Ну, я не расстраиваюсь, потому что знаете что? Марат знает, где этот рис взять. Короче, будет ехать ко мне и возьмет себе там пару килограмм. Да, будем с Маратиком пловчик готовить. А вы пишите в комментариях, из какого риса вы предпочитаете готовить плов. Так что, ну, будет мне так интересно. Давайте от всей души с приветом из Одессы для вас. Забегал на наш любимый, единственный на целом свете привоз Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.